Наступил вечер, и детки решили заняться шопингом. Виктория, Борис, вы зашли в свой любимый магазинчик? Да. Что вы хотите здесь купить? Кошечку. Виктория хочет кошечку. Борис, а ты хочешь машинку? Так, вы обещаете себя хорошо вести? Да. Борис, ты обещаешь себя хорошо вести? Да. Точно? Да. Виктория, да. Ты будешь за Борисом следить? Да. Борис, ты будешь Викторию слушаться? Да. Хорошо. Сейчас я скажу папе. Папа вам поверил в последний раз и сказал выбирать себе кошечек и машинок. Давайте определяйтесь. Выбор сложный. Есть серенькие, беленькие, рыженькие. И даже разноцветные. Мама, какие вам нравятся, детки? Какая тебе нравится? Беленькая. А Виктории нравится беленькая. Виктория сказала беленькую кошечку. Есть две беленьких кошечки. Покажи их мордочки, как они различаются. Вот это голубенькие глазки, розовенький бантик. И у этой тоже самое. Они одинаковые? Они как близнецы? Как близняшки? А какая тебе из них больше нравится? Вот это. Вот это? А как ты ее выбрала? Почему именно она? Они одинаковые. Потому что они такими бывали. Ну, молодец. Папа, показываем, да. Так, теперь Борис пошел выбирать себе машинку. Ну, даже в растерянности. Какие машинки? Вот смотри, есть тут такие всякие Порши, есть экскаваторы дорожные, есть скорая помощь, которая уступит дорогу. Даже глаза разбегаются. Борис определился, он решил взять скорую помощь? Да. Тебе она нравится? Да. Ух ты, дверки открываются, ну и беги на кассу. Виктория, ты идешь на кассу? Да. Давайте. И, Виктория, у тебя есть денежки? Да. Давай, покупай, моя дорогая. Давай денежки. Давай, дядя. Покупки. Понял. Спасибо. И что нужно дяде сказать? Спасибо. Спасибо, молодец. Виктория, что надо сказать? Пожалуйста. Как вам отдыхается? Домой хочется ехать? И вот счастливый Виктория. Борис выходит с покупками. Давайте, детки. Молодцы. Сейчас будете показывать ваши покупки и подарочки. Папа. Ух. Боречка, ну включи свою машину. Кнопочку, кнопочку нажимай. Сверху. Нажимай. Ух ты! Вау-вау, ступи дорогу, Борис, твоя мечта. Виктория, белая кошечка, ее мечта. Молодцы! Друзья, если вам понравилось, девочки, говорите еще раз, пишите, какая кошечка вам понравилась больше, беленькая, серенькая, пятнистая или рыженькая. Мальчики, пишите, какая вам машинка больше понравилась. Спортивная, строительная, скорая помощь. Мы будем рады комментариям. Виктория, что надо сказать? Спасибо. Спасибо всем, что смотрите наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ждем вас на нашем канале Funny Kids, Виктория и Борис. Пока! Yeah.